Главные факты о жизни участников армянского вокального талант-шоу National Singer 2019 из уст самих участников. Я обратился к нашим героям в Инстаграм с просьбой рассказать о себе, и вот что удалось узнать. Сегодня говорим об воздушной и солнечной Анжеле Витисян. Девушке 18 лет, родилась 4 июня в Ереване, по знаку зодиака близнецы. Занимается пением с малых лет, пела в школьном хоре, позже продолжила свое образование в Государственном колледже искусства на отделе вокала. Умение петь унаследовала от своей мамы. Она также с детства пела и посещала музыкальную школу. Главное хобби Анжелы также является пение, так как она живет пением и музыкой, а в свободное время любит смотреть фильмы и проводить время с друзьями. Впервые участвует в музыкальном шоу, соответственно, первые шаги девушки как певицы происходят именно на шоу «Национальный певец». У Анжелы много целей и планов на жизнь, и все они обязательно сбудутся. Ребят, я надеюсь, вам понравилась моя рубрика «Факты из жизни участников национального певца 2019». Обязательно нажимай на колокольчик, подпишись, стань частью моей интернет-семьи. И я не прощаюсь, а говорю до скорых встреч, где? На моем канале. Па-па!